Сегодня, 9 апреля, не дожив буквально 2 месяца до столетия, умер муж английской королевы Елизаветы II, внук греческого короля Георга I и великой княжны Ольги Константиновны Романовой, принц Филипп. В странах, входящих в Содружество, а туда входит и Барбадос, где английская королева является монархом и главой правительства, объявлен двухдневный траур. Флаги приспущены. Подробности вы можете узнать из СМИ. Я лишь хотел сказать о том, что принц Филипп был моряком. Настоящим моряком. Он окончил Королевский военно-морской колледж в Дартмуте. Там же он познакомился со своей супругой. Во время визита короля Георга VI принц Филипп был отправлен сопровождать на то время еще принцесс Елизавету и Маргарет. Но это не повлияло на его карьеру, и на службу он отправился в Индийский океан, а затем служил в Средиземном море. В 1941 году на линкоре «Вэлиант» он принимал участие в знаменитом сражении у мыса Матапан. И даже после женитьбы он был отправлен на службу на Мальту вместе с на то время еще принцессой Елизаветой, где жил жизнью обычного военнослужащего. Ну а сегодня одним моряком стало меньше.